Я не люблю ничего делать, я люблю работать. Мама уже сигнал подает, уже успокаивает. А ты не понимаешь, можно ехать отдыхать. Я не хочу отдыхать, я люблю работать. Ты не понимаешь, ты вообще тюфяк там. Надо ездить, отдыхать, сколько можно. Ты как дура выглядишь, там тра-та-та-та. Ты посмотри на себя. А, ну спасибо за комплименты. Та-та-та-та, тьфу на тебя, я больше к тебе не приду. О чем вообще речь? Нам дают сигналы, нас успокаивают, нам говорят, мне нравится работа. Сигнал лишь только тот нужно услышать, когда человек говорит, не хватает денег. Про активность. Здравствуйте, друзья, рад вас всех видеть. Здесь столько городов собралось. Хочу пожелать нашей команде Xen дальнейшего развития, дальнейшего роста, чтобы мы дальше встречались все вместе в других странах, чтобы у нас вообще было все здорово. Вот так. Всем успехов. Созреть! Ура! Кто из вас работает на нелюбимой работе? Руку поднимите. Есть. Кто работает на любимой работе? Вот я рад. Богатство – это не работа. Богатство – это организация. Бедный человек, он все время работает, ищет работу. Богатый человек, он организовывает работу. Здесь мы вас учим организовать работу денег. Деньги любят плодиться и размножаться. У бедных людей их мало, значит, они плохо плодятся и размножаются. У них плохое настроение с ним. У богатых людей их много, потому что они знакомят деньги с другими деньгами, эти деньги плодятся и размножаются. Он получает свои дивиденды и проценты. Вот. Богатый человек всегда ищет партнеров, кого заинтересовать темой. Бедные люди все время говорят о деньгах, богатые все время говорят о тематиках, об идеях. Богатые люди думают, как сплотить большее количество людей, партнеров, как больше работы людям дать, богатые люди думают. Бедные люди думают, как бы урвать побольше денег от этих богатых людей. Начните воспринимать серьезно людей. Наше несерьезное отношение к людям дает нам постоянно, знаете, конечный продукт несерьезности к нам. Если мы хотим урвать от людей деньги, у нас их никогда не будет. 85% результата в бизнесе – это умение коммуникатировать с людьми. Если не будет коммуникации, то есть соединения, связи, обратной связи с людьми, а будет односторонний. Я пришел, вам расскажу, сорву деньги, убежал. Долго будешь бегать? Ну, плачевно, в принципе, уже судьба тех, если вы уже неоднократно слышали, да, сорвал, убежал, нашли. Сорвал, убежал, нашли. Сорвал, убежал, не нашли, но сидит как чмо где-то там в селе,
жрет купорку. Он деньгами не сможет воспользоваться, понимаете? Его ждут кто? Люди. Для того, чтобы спасти человека, порой надо размазать его мораль и психику полностью, стереть в ноль и пошел заново жить. Невозможно, катаясь в навозе, надевать сверху смокинг. Вонять будешь. Сильный человек, он не обижается, запомните. И почему мужчины подкалывают? Они проверяют, ты слабак или нет. Можно с тобой в бой пойти, можно с тобой грузчиком пойти, можно с тобой в горы пойти или нет. Потому что в армии слишком все монотонно и однообразно в казармах. А вот у солдат и солдаты, они вот на таком юморе. На сборах, если сборы, да, проходят бывшие военнослужащие, профессионалы, они тоже там подкалывают в казармах, там все тоже делится. На тюрьмах, на зонах там тоже свои отношения к казарме. Единственное, в армии казармы, их еще и по тревоге поднимают и марш-броски, а на тюрьмах они просто там сидят, чиферят и работают, все. Если человек мечтал стать сильным, то Бог ему дает что? Различные ситуации. Победив эти ситуации, человек становится сильным. Никогда сила нам не падает вот с небес. Бах, и ты стал сильным. Нам дается картинка, сила воображения. Вот смотри, вот так вот мужчина выглядит, а этот вот так выглядит. Какой тебе нравится? Вот такой. Как он действует? Вот так. Взлетаешь, падаешь. Взлетаешь, падаешь. Это энергетика. Люди совершенно не понимают, что их поступки отслеживаются. Харизматичные люди – это люди, которые занимаются собой регулярно. Нам кажется, что это, да, так, знаете, дар свыше. Каждому из нас дается дар. Вы его распознали в себе, дар, который у вас есть? Или вы копируете неудачников? Если вы сильная личность, наберете скорость, вас никто не удержит. Локомотив, который набрал скорость, ничто не может удержать. Он все сшибает на своем пути. Мы должны развить скорость рывка самого себя. Как только мы рванули, то есть самое тяжелое – это начать путь. Идти. Я вам сегодня предлагаю со мной пойти на экстремальных спусках, на самых высоких полетать. Очень сильная скорость бешеная. За 12 секунд я вылетаю оранжевую, за 6 секунд красную. Thank you.
тебя тоже замерзнет. Да? Ну, вот эти мешкрябала, блин, замерзнет. А, еще манера, то есть... Есть. Ну, там есть, но они как бы чуть-чуть дальше в море. Близко расплывают. Богатые люди – это премиальный класс автомобилей, да? Богатый человек, он и выходит из автомобиля достаточно уверенно. Но богатые люди – это хамы или нет? Нет, нет. Правильно. Это не богатые люди, это воры. Вы должны понимать, богатство бывает смоделировано, а есть богатство чиновник стырил. Если, ну ладно, хоть чиновник, он хоть какие-то институты там заканчивал, в обществе каком-то там, знает, извините, простите, да. А есть, который стырил вообще, а он единственное не смог украсть воспитание. Чепушила какой-то, пришел, нарисовалась, как елка нарядилась и стоит там, ну, по грани ходит, называется. Пока его там где-то на место не поставят. Богатые люди важными делами, бедные занимаются срочными делами. Срочно я вам сказал, да, вот, все вот это, вся суета. Богатые люди занимаются отношением, бедные люди занимаются бытом. Быт это вот, вот это вся суета, которая там, да. Мне некогда тебе прийти в гости. Ну, приходи в гости, мне некогда прийти в гости. У богатых людей, приходи в гости, конечно, приду. Понимаете? Все да наоборот. Потому что богатый человек знает гости, отношения – это информация. У бедных постоянно нет информации. У них информация – это телевизор. Телевизор – это заказуха. Кого? Тот, кто владеет этой телевизионной компанией. Ему говорят, что нужно говорить, что нужно транслировать. И он через телевизор эту информацию транслирует. Средства массовой информации на данный момент очень популярны. Революция, Октябрьская революция, Ленин, которую там замутил, да, на деньги немцев там, да, немцы как, да, его там финансировали. Что первым делом они захватывали в городах? Телевидение. Какое телевидение? Телеграф. Телеграф. Они знали, что захватив телеграф, они захватывают средства массовой информации. И все. Вот они никому не позволяли ничего там распространять, они только сами распространяли. Люди понимали, если телеграфы захвачены, и все, город наш, тот город наш, что? Страх. Там они. Чью, говорит, нужно сторону принять? Тех победителей, которые победили. И они принимали их сторону. Очень просто манипулировать людьми. Крестьяне о чем желали? Земли им дай. Дай мне мою землю, я буду ее обрабатывать, у меня будет семья обеспечена. Правильно? Что они пообещали крестьянам? Землю. А рабочим? Заводы. Все просто. Так как интеллигенции было мало, больше крестьян и рабочих, вот на них акценты поставлены. Кто делал революцию? Молодежь. Почему? Революция строится на молодежи. Потому что молодежь терять нечего, у них ничего нет. У них только лишь максимализм. У меня всегда был вопрос, зачем ей 2, 3, 4 цепочки? Потом какой-то у меня ответ, думаю, это ей на день рождения подарили, или там еще кто-то подарили, на память подарили. И она все это гирлянды эти вешает на себя, дабы вот соседка увидела, у нее одна цепочка, у меня 4. То есть я 3 раза круче, чем ты. Вот. Люди самодостаточные прекращают доказывать всему миру о своей самодостаточности. Они просто самодостаточность, они просто делают то, что они делают. Превосходство показывают жишки такие, знаете, они упавшие, когда их роняют на асфальт. Вот вы идете, а она лежит на асфальте, думаете, как она ездит? Ну, она там приподнимается, подушку они ей сделали там. Дешевые колхозные понты, я это называю. У нас там в Адлере это армянские понты. То есть армяне они так вот любят там. Пятерочку, семерочку купил, губы накрасил, уронил на асфальт, потом и едет, музычку включил, багажник так, знаете, двери открываются, багажник подпрыгивает, и он сам там весь подпрыгивает потом. Привет, Вася. Шо? Он не слышит уже ничего, потому что у него там сабвуфер стоит, ему надо, чтобы музыку в соседних кварталах слышали. Это его самоутверждение для самого себя. То есть он знает, что он слабак. Поэтому бедные люди, вообще видели, как бедные люди заходят? Они вот так вот. Они вот так заходят где-то в комнату, где все люди сидят.
Так, раз, такие. Опа, на такой измене, на таком пробивоне они так смотрят. Кто же что-то смотрит? Вот на деле так. Носки белые, красные, это вообще сидит там за ним мужиком. Морды какие-то на меня смотрят. Кто это? Сектанты какие-то. Нельзя как-то ноги убрать. Вы эти человеки. Существо пхнет туловище, вот оно идет в зал. Следующий момент. Я периодически людей прошу, если поднимаешься в зале, ну, как в культурном обществе, когда идет концерт, либо оно тебе приспичило, концерт идет, а тебе в туалете надо, да, шнурки завязать. И ты такой, раз, ты должен вот так вот пройти. И почему на носочках? Чтобы не было слышно твоих шагов, ну, не отвлекать на себя. И когда ты вот так, что ты показываешь невербально? Уважение. Уважение к людям, что я не хочу вам мешать, извините. Что делают существующие психотипы такие, организмы? Они вот так вот встают так. Потянулся так. Ему плевать на ваше мнение, он понимает, что увидел, он понимает, что неправильно делает, но он должен показать достоинство. Как вы думаете, с этим человеком у него будут сделки? Его зафиксируют? На Востоке есть такой, знаете, совет. Если ты не влияешь на кризис и на ситуацию, расслабься. Если ты влияешь на кризис и ситуацию, расслабься тогда. Зачем об этом думать? Все равно ты потом влияешь и порешаешь. А если ты не влияешь и не порешаешь, зачем об этом думать? Поэтому живите здесь и сейчас и занимайтесь теми вопросами, которые вам нравятся. Были в смокингах мужчины, женщины были и девушки в платьях вечерних. Все красивые, счастливые, веселые, радостные. Год назад мы только мечтали об этом, а вот как мечты наши сбываются. Воплотились в реальность, да. Сегодня года. Находимся уже в одном из лучших отелей. Да. Еще нас ждет. Города Казани. Александр человек, да? Мечты воплощает в реальность. Если хочешь свою жизнь изменить, добро пожаловать. Это просто кайф, так собираться все вместе, общаться. Сюда съехались люди практически из всей страны. Да. Со всех со всех уголков России, получается. Кто с Иркутска, кто оттуда. Там. Которых объединяет одна идея. Так что, если вы хотите действительно тоже поменять свою жизнь, добиваться успеха, расти по карьерной лестнице, то есть все, ну, вот эти моменты. Так что
добро пожаловать на тренинг Александра Ксенофонтова, который будет весной, где, если тебе будет интересно, ты найдешь эту информацию в группе команды Ксен. Сегодня я встретил очень много интересных людей. Людей, которые хотят развиваться, которые сделали очень многое, которые перебороли себя, чтобы приехать на этот тренинг. И желаю, чтобы вы были с нами на следующей встрече и также праздновали и радовались тем моментам, которые мы здесь получаем все вместе на тренингах и на общем общении. Сегодня была сказка. Настоящая сказка сегодня. Сбылись мечты у многих. Кто-то одел первый раз платье, кто-то одел первый раз красивый костюм. Смокинг. Да, ребята шикарно выглядели, вообще девчонки все красивые. Присоединяйтесь к нам, если хотите, чтобы ваши мечты сбывались. Секрет бизнеса заключается в том, что в бизнесе люди – это очень наблюдательные люди. Бизнесмен – это очень наблюдательный человек, он везде видит подсказки. Бедные люди, они вообще ничего не видят. Даже носок, который висит уже полгода где-то на люстре. То есть старайтесь за всем наблюдать и следить. Если вы хотите денег в жизни, деньги, они приходят к разумным. Деньги не приходят к людям, которые ничего не понимают. Это начинается борьба. Я сильный, хочу, я не хочу, мне лень, мышцы напрягаются, я не готов, сейчас нет настроения, может быть завтра, может с понедельника, давайте со следующей четверти. Помните в школе? Все, борьба, начну с понедельника, со следующего учиться. Фу, четверть заканчивается, ну что ж ты, давайте вот со следующей четверти, ну точно. Ну что ж ты, давайте со следующего полугодия, вот все, зуб на ком. Ну что ж, ну давайте со следующего года уже все, оптом все. И как начну учиться с 1 сентября. Закончилась школа, пошла жизнь, смотришь на этих людей понедельника, ничего не происходит, у них постоянно он откладывает. Я могу вычислить, если человек говорит неправду, ну, во-первых, он взгляд отводит, там, влево, вправо, вверх, вниз, то есть я за ним наблюдаю, что он начинает делать. Вот. Плюс человек, который говорит неправду, он быстро не ответит. Он раз и начнет искать, понимаете? Вот, когда человек сюда влево смотрит вниз, это он ищет текст, то есть который есть, он его вспоминает. Когда человек смотрит куда-то раз в сторону, там вправо, все, он начинает выискивать, как бы обмануть. Поэтому следите сами за собой. То есть самое главное, вот, насколько вы самодостаточны. Ваши знакомые вас увидят. Если мы всему миру убеждаем весь мир, что я умный, да вот посмотри, это сделай, это хвастовство, люди это не воспринимают. Люди воспринимают лишь то, что у нас конечно. Вы купили новый костюм, не надо, они увидят. Не надо кричать, посмотри, какой у меня костюм, да уже они увидели. Ты один костюм купи, и я вам просто советую, надевайте костюмы на такие события, потому что у нас люди почему-то костюмы надевают только на свадьбу и в гроб, когда их кладут. Почему они не могут за собой ухаживать в течение всей жизни, чтобы быть опрятным, там, подтянутым? Ну что, в гробик когда хоронят, во что его одевают человек? В костюмчик. На свадьбе тоже в костюмчик. А повседневной жизни он ходит, я не знаю, зачем ему костюм в шифоньере. Вот задайте вопрос, тебе костюм для чего? Он ждет какое-то событие. Разве это не событие для вас? Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right. Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo.
Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again. Казань брал, шпака не брал. В Мексику скоро полетим с татарами. Кто вам сказал, что вы должны предавать собственные мечты? Кто? Кого вы боитесь? Плюньте тому в морду так, с разбега, приехали с тренинга, а он только рот, фу, шел вон, и ты, фу, три раза. Поэтому, когда вы проходите курсы обучения, мы вам даем фильмы о героизме, а не о том, как стать жадным мальчишом-плохишом, объесться и лопнуть от жадности. Я вообще не уважаю тех людей, которые эгоисты, которые гребут только под себя, для себя. Я могу сказать, чем их жизнь закончится. Одиночеством, и когда его не станет, люди некоторые вздохнут. Все в наших руках. В наших руках до какой степени. Если вы слышите критику в нашу сторону, в наш адрес, знаете, этот человек начинает рушить ваш фундамент. Если вам все нравится, у вас все хорошо, сохраняйте это. Все в наших руках. Если вы слышите критику, защищайте как свою семью. Я не верю, что какая-то мать позволит, чтобы его ребенка оскорбляли или клеветали на него, или критиковали. То есть защищайте как матери свое дитя. Но если вы мужчина, защищайте как мужчина защищает свою семью.